И снова всем привет. Мы продолжаем Dishonored. Надеюсь, сегодня будет как-то повеселее, чем в прошлый раз. Так. Что-то музыка сегодня скачет. Интересно, нас не сильно испугается, если мы делаем вот так вот. А, не обращай внимания. Подумаешь, упал на тебя кто-то. Что ты в самом деле? But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally, ну да, ее будет иметь один человек всю оставшуюся жизнь. Она любила разнообразие. You've had a long night, Corvo, but I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now, in Havelock's chambers above the bar. Да-да-да. Ну, а и руны еще дали. Идите-колотите. Какие вы сегодня добрые. Corvo, the time has come. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this. Да, я помню. И зачем вы башню до нового изучаете? Или там, где как раз нам надо будет? You've come very far. We are almost there. Или там, куда нам надо будет как раз идти? Я буду такое не сильно интересно пропускать. Хотя, может быть, они что-то бы интересно бы рассказали. Вот, а серии так бывает сильно затягиваются из таких вот мелочей. Да подумаешь, бабу вырубил и спрятал. Чего особенного? На любой дагестанской свадьбе повеселее. Так, бесшумные шаги. Окей. Ну и все. Ну, а даже 4 монтажных робота есть. Из 9. Окей. Ready to face the Lord Regent? About time we took care of my. Face так лицо так. Угу. Не надо мне так переводить. Вот слово face я знаю как по-английски. Или намекал с небритой рожей регента. This is it, Corvo. Last memories of Dunwall Tower might not be good ones, huh? So maybe you can make up for what happened back then. Да, еще и с процентами. Most important thing is killing the Lord Regent. Built himself quite a place at the top of the tower. Calls it his safe room or something. Что-то я немножко приболел, так что если буду делай так вот, уж не обессудьте. Вот так вот с двумя открытыми окнами спать. Рыбкой. Так. Так и что мы тут имеем? Нет. Mm-hmm.
Ну окей. Делаем в два этапа. Так, а что у нас там? О, тут у нас там у нас костянашка. А как нам на эту костяняшку попасть? Чувак, тебе браслет вживили. Господи, тут есть скитерсы? Не скитеры, как про это? Хотя да, надо вначале еще изучить, что у нас где лежит. Руна. Так, что я хотел? Так вот, это проворство. Это единственное полезное, что нам может еще пригодиться. Хотя крысы нам бы тоже могли кое-где пригодиться. Потому что одна связка крыс толпу не убивает, но при этом отлично привлекает внимание. О, блин. Окей. Я тупо сделал круг. А. Ах ты, ёжик. Так. Как бы нам теперь... тише вы там, тише, я ж... пугаюсь. Угу. Теперь нам что надо сделать? О, отличненько, бальзамчику. Ой, как я тут мучился, всех душил. Чтобы меня не запалили. Искал еще, куда бы их так припрятать. Все там, да? Эй, мужик, чё у тебя там? Вот там я не пойму, что-то полезное лежит или не очень. Ладно, хрен с ним. О-о-о. Будем считать, что не особо. Так, теперь. Ух ты, ёжик. Чувак, ты, тебе показалось. Ядри ты метки, слушай. Смотри, я это метки. А, вот это я и пипец метки. Я к вам живым не сдамся. Я думал, он, они же у нас слепые, думал, не заметят. Эй. Может, ты надеюсь пойдешь теперь нормально в ту же сторону, да? Молодец. Хм.
Ах ты ж! Вот это поворот. Но у этого нету ключей. А у кого ключи? Или мы можем вот так вот просто, да? О! Горвань! Я возвращаю вас обратно в море! Не взорвался, значит уплывет. Плыви, мой друг. Освободите Уилли. Так, ну я вспомнил, где одна из рун. Блин. Ты ничего не видел. Эх, это надо перепрограммировать. А было бы забавно так трупы сжигать. Ну, кто б сомневался, на самом-то деле. Да что ж вы, вашу ж дивизию, такие внимательные стали? Меня это реально начинает уже бесить. Так, еще один, возможно, глазастый. Ну, конечно! Почему я нисколечки вот не удивлен? Вот нисколечки. Так, а мы можем вот тут как-нибудь? О! Could the city get any worse? Indeed, I believe so. The oil must be gone. Так. Вообще рисково черти где сохраняться. А, запалил. Но мы не привыкли сдаваться. И не такие делали. Они из кустов меня запалили, вы видели? Они читеры. Я и богу читеры. И никто не запалил? Да быть такого не может. О, что я вижу? Нет. Так уж и быть возьму. Но мне почему-то показалось, что меня все-таки запалили, поэтому. А теперь меня все запалили. Хотя секунду назад
Когда я тут же был, меня никто не палил. И в чем справедливость? Ладно, будем спайдерменить. Да! Он как бы видит, но не уверен. Не, мне показалось, мне показалось. Нет, 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 мне показалось. Блин. Чувак, остановись. Я хочу тебе отомстить за то, что ты меня спалил. Ой! Ай! Не понравилось, когда тебе ворванью? Да, Гринпис не дремлет. Ай, как же вы меня задолбали. Я не хочу просто использовать пока вселение там или... другие приколюхи раньше времени. Ничего, ни одна сволочь не запалила вроде. Ну, аллилуйя. Кстати, да, звук сегодня чуть-чуть почему-то в игре с опозданием бывает. Это не у меня проблемы с соединением звука, хотя не факт, конечно, что они и не появятся. Нельзя. Тут вообще можно куда-нибудь? Похоже, что нет. Ладно. Вот тут есть. Мужик, тихо, тихо. Я же должен вначале проверить. Похоже, не канает. Ладно. Помнится, здесь намучился тогда, чтобы перебраться. С одного на другое, но сейчас чуть-чуть полегче, если честно. Да ах ты ж! И в тот момент, когда он уже уходил. О! Это бз неспроста. Нет. Да иди же ты уже, иди. Итак, что мы тут имеем?
праздник, день Свистуна. Окей. Ой, господи, надеюсь, меня реально никто не спалил, а то будет очень неприятно. Кстати, да, надо даже будет этого еще оглушить. Палача. Заметил, пошел дальше. Ну, как, знаете, в фильмах и мультиках делают, что вот чувак с подзорной трубы, иначе туда-сюда смотрит. Видит что-то очень интересное, но мимо проходит, но как раз возвращается. Вот у охранников такая же логика. Ой, ой, ой. Что же вы делаете, волки? Да не то ты жрешь, вот жри. Я невкусный. Что-то вообще без вариантов. Я ж помню, что где-то здесь это делал. Идея в целом правильная, но нам нужен тот карниз. Кто где? Понял. Так, 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 вот так. Может, тебе кажется. Никто не ходит по карнизам. Значит, когда меня жрали, ты не поднимал панику, да? А чё не фонтан к рыбкам? Боишься, что они потом сожрут твое лицо? Подождите-ка. Странно. Кстати, мы шруну подобрали, да, давайте. Ну отлично, мы теперь получше прыгаем. Ладно, хрен с ним. Хотя надо было посмотреть, какой там, сколько это на второй уровень требуется. Сейчас я быстро посмотрю. На, кстати, что нам дали? Сломанные часы. Круто. И не посмотрел. Три руны.
Ну, еще найдем. Everything is secure on the grounds, Lord Regent. It won't hurt to check again. I'm going to get down and talk to him, but I think it would be best if you stay in your safe room. I'll see the comfort of my own bed tonight. See me before you finish your rounds. Yes, as you wish, Lord Regent. Hop. Yes. Интересно, если я так вот сделаю, меня запалит? Да, мужик. Да. А вот ты не прошел курсы повышения квалификации. Я слышу тебя, ты меня зовешь. Где ты, наверху? И у кого же ключи, скажите мне, на милость? И Корво, почему ты не научился взламывать замки? Чувак, я только что чуть дверью не ушатал. Да ладно! И лишь на третий день индеец Орлиный Глаз заметил, что в сарае нет четвертой стены. Интересно, он меня так запалит? Нет? Он что, там ворвань что ли пнул? Мужик, ну ты рисковый парень. Давай я тебе сделаю... О, этот вообще куда-то пошел. Из ворвани этот... бубен. Тоже ништяк. Ты будешь с ним говорить, нет? А, это он его нес и меня увидел и испугался. А вот сейчас бы в ворвань бы выстрелить, а. Эй, Регент, иди уже, пока я тебя не пришил тут. О, господи. Что с вами делать? На люстру можно заныкаться. Да, я знал про вот эту штуку. Когда играл в прошлый раз. Запалил. Очень заботливые люди расставили. Ну, пойдемте затушим его. Ясно. He's gentle as a lamb. Now, take him his food. Блин, что я делаю? Yeah,
Тебе показалось, мужик. Вот всегда мне нравилась физика в играх. Это как когда трупы аккуратно по лестнице съезжают. Всегда казалось очень забавным. А если честно, не помню, как точно к палачу попасть. Через так или не через так? Похоже, что нет. Ну там я видел какой-то странный проход. Блин. Ну, оно в другой части, да-да-да. Начинаю вспоминать. Нет, мне не получается как хищник. А жаль. Это вам не смех и Симпсона. Кстати, читал, что многие не могли нормально пробраться мимо собаки. Меня что очень удивило, сейчас посмотрим, действительно ли это так сложно. Ух ты, запалило. В прошлый раз я мимо нее прошел. Не напрягаясь, так или она в другую сторону просто смотрела. Тихо! Я не то нажал. Я хотел медленно идти. Может быть, она так и не запалит. Блин. А как интересно, еще медленнее ходить? Может, потренируйся еще? О, да ладно. Кстати, может проканать. Надеюсь, собака потом не обглодает ему лицо. И надеюсь, это за убийство не засчитают. Чувак, вот реально, ты появляйся вообще не тогда, когда надо. Шел бы ты отсюда, Не, запалил. Псин. Чтоб тебя. Так, попробуем туда его. Пипец, ты аккуратно его положил. Да, я тот. А ты иди отсюда.
Да чтоб тебя, почему она просыпается теперь? Не, вы видите? Не, я могу ее усыпить, потому что у нас была договоренность на то, что я могу что угодно делать с животными. В меру разумного. Но вообще очень странно. А вот так ты не видишь, да? Нет? Вот объясните мне. Не знаю, в чем косяк. Вот вы видите? Она чует. Ну ты как это понимать? Блин, вот вы ходунки. Штуп во всех. Чувак, не оборачивайся. Долбаный патрульный. Я был так близок. Спасибо архитекторам за эту люстру. Кстати, вот она. Тайничок. Пока закроем. Ну, как вы уже, наверное, знаете, теперь понятно, как бы, чья дочка Эмили и тому подобное. Что у них были шуры-муры. Эмили, моя дочь. Я знаю, что
know that one day you'll be grown up. And I wonder what you'll remember of these years. Will you recall your time as a child with fondness? Or were there too many caretakers, formal dinners, and lessons about boring old history? Maybe the precious hours we spent together will shine brighter. Time captured now and then with your mother and with Corvo, who was always close to my heart. I hope the season of rats and plague will be nothing more than a passing shadow on your own. Ну да, несмотря на то, что половина народа поумирала. Дожили. Полный запас духовного бальзама в Херу. Вот на этой ноте я, пожалуй, и закончу летсплей, потому что уже 40 минут прошло. Я думаю, мы настигнем лорда-регента в следующей части. Регента. Но не суть. Так что увидимся в следующей части. И всем пока.